Парам-пам-пам-пам-пам! Хай! Привет тебе! Я Коперник, это игра под названием... Кроссаут. Да, Кроссаут. Почти забыл. Итак, у нас обновление вышло очередное, соответственно. А теперь я могу записывать наконец-то со сглаживанием, наконец-то в 60 FPS, потому что до этого Бандикам никак не хотел цеплять нормальную себе игрушку. Так, покатаем, посмотрим, что к чему, почему. Я взял новый уровень, 13-й. Соответственно... Ух ты. Как это... Это похоже на Рейдена из Mortal Kombat с капельницей, если честно. Так, я взял новый уровень, 13-й, мне дали плюс 5 новых деталей. Пока что успел забабахать. Только две машины, соответственно, это ковыряло. Ковыряла. Hard Unicorn 4 Raid машина, она уже все устарела сильно, и я думаю, что восстанавливать мы ее не будем, потому что она имеет, в принципе, схожую конфигурацию с ковырялой, но немного другое расположение пушек. Соответственно, не вижу смысла это использовать, потому что, опять же, пулеметы стреляют чуть похуже, чуть поменьше у них дальность, соответственно, это стреляет чуть поближе. Плюс чаще всего отшибать все-таки перед, а это у нас основное оружие, его жальче всего. С Hard Uniporn'ом не знаю, что будет, пока еще как все пойдет, как все получится. Итак, у нас ковыряло полностью переработано, соответственно, там у нас находится все, что нужно, все, что можно, все, что положено. И у нас новая машина называется Петушилка. Я хотел назвать Петушитель, но почему-то Петушитель не дают назвать эту машину. Пишут, что невозможно название для чертежа, такое не подходит, и ты вообще негодяй, и вообще фу-фу-фу бы таки. Так. А для чего же я... А я здесь ее не заюзал, да? Крыло. Подожди, а где я крыло заюзал? Почему у меня одно крыло всего? Из доступных. Еще одно? А, нет, у меня больше крыльев нет. Все понятно. Теперь мне еще плюс пара крыльев, здесь, соответственно. Всего теперь у нас крыльев 6. Крыльев 6. Вот. Петушилка — это у нас орудие с четырьмя пушками. А не пушками, пулеметами. Я, естественно, их докачал, доделал все, что хотел. Вот как-то так получается. Ящики. Чуть было не забыл. Ящики давайте пооткрываем. Мне их немного дали. Соответственно, давай, грузись. Трам-тарарам. Аппаратура. Мейл-то история. Нет, не хочу историю, хочу склад. Где ящики? Пыч. Вот они, ящики. Три штучки сегодня. Итак, что у нас попадется, что у нас выпадет? Давайте-ка посмотрим. Давай что-нибудь прикольное, какой-нибудь генератор, розовое колесо охеренное. И нам выпадает малое колесо. Блять. Спасибо. Такая хуйня выпадает. Давайте скрестим пальцы. На руках снова попробуем. Давай. Что-нибудь крутое, что-нибудь фиолетовое. И среднее колесо, ёбаные роги. Сука. Такое говно. Ну, о, ящик за... знак запрета. Что-нибудь интересное. Пожалуйста, только не колесо. Аккорд. Спасибо, не колесо. Спасибо. Не колесо. Все отлично. Все хорошо. Безумие отвага. Слабоумие отвага. Так, давайте попробуем покатать. Это у нас петушилка. Петушилка специально для боев. Давайте-ка на Леву, наверное, что ли, сходим, да? Разочек. Как вы? Чпинч. В бой. На... Гонка. Ладно, не столь важно. Может, какой-нибудь ящик купить? Нет. Так. Ладно, что-то я запутался совсем. Все. Погнали, рейды, вторжение. Поехали вторгаться, так сказать.
блядь, три ящика, такая хуйта выпала, это просто жестко. Посмотрим, на что способна наша обновленная машина. А петушилкой я погоняю. Потом еще. Потом. Все потом. Все потом. Нихера ты метишь, целишь. Ой, извините, ляюсь. Оба-на. Ты где? Где ты? Грабин. Ох, ебаный ты натиск. Давай. По-моему, два охладителя, да? Ёб, студы. Чё это было? Ебучий коневал, коновал. О, все. Погнали. Вон он, гнида. Гнида вонючая. Чё, что с пушкой-то, блядь? Почему она просто вверх собирается? Эй, ёб, ку-ку. Все. Помог уничтожить. Что-то какой-то левиафан сегодня жирный, да нельзя просто. Просто да нельзя жирный. Где он, пидор? Этот пидор, где он катает? Гоняет. О. Нормально там у тебя все? Лёва. Лёвочка. Ну, Лёвочка. Давай, Лёва, подыхай, ёбаный ты. Отошел мир иной. О, ого, ого-го. Чуваки, знаете, что я пожелать тебе пойду? Лёва заблёва. Давай, разворачивай свой сранокорд. Отлично. Оу, это было метко. Не-не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. А, блядь. Помогите. Как прибикать? Как гуднуть? Помогите. Чуваки, чуваки. Есть. Спасибо, помогли, блядь. Р. Опа. Степа на джипе, да? Так. Ну, что-то как-то низ не опускается. Давай. Сейчас мы его распетушим тут. Не решились. Помните, какое стихотворение в школе учили? Давай, мочи его. Херач. Босс. Отлично. Этот босс нас хорошенько покоцал, но мы его все-таки выиграли. Оу. Ой, блядь, я чувствую боль. Чувствую такую небывалую бо. Я, пожалуй, поехал сюда. Чуваки, если вы не против, блядь. Чуваки, если вы не против, пожалуй, сюда. Как-то. Осторожно. Хорро, по мне уже лупить. Трепал. Ёшкин матрёшкин. Ну давай, хватай. Быстро на пушку. Ой. Суки, слушаться, отключили меня. Давай. Я тут буду помогать потихонечку. Помирись. Буду у них откусывать пушки. О! Да, у меня просто очень-очень все плохо. Давай, есть! Деконструктор. Блять, дуип! Мне сейчас сраный рейдер раздолбит. Помогите. Да харе, блядь. Сучий галюн.
блять, рейдер размочил. Рейдер размочил. Что, что там с этим? О, слушай, нормально. Я боюсь, что мы разрастаем. Видимо. Проблема. Ну. Не, все, кончился наш товарищ. Вот было бы еще одно возрождение, мы победили. У нас нет возрождения больше, поэтому мы проиграли. Слушай, а может хард юнипорно переделать? Может быть и хард юнипорно переделать, чтобы поживее, да побыстрее, да повеселее. Может быть, на хард юнипорн две рапиры поставить? Нет, уже не будет хард юнипорн, это будет какая-то дресня из-под коня. Тем более, по-моему, двух рапир у меня даже нет. Кстати, 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 как я могу скрафтить рапиру? Здесь ничего интересного. Вектор хотелось бы скрафтить. Нам нужно что? Еще больше пулеметов, аккорд. И охладитель, орудийный охладитель. Значит, нам надо примерно... Так, на петушилке у нас два орудийных охладителя. Два аж. И, соответственно, четыре пулемета. Если иметь так... Если это иметь в виду, то нам нужно, получается, еще один пулемет и два орудийных охладителя. Так, за что нам дают пулеметы? Остальные бы мы... 45... горючего. Еще один аккорд. А, нам же выпал. Спасибо. 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 Спасибо, ребята, за аккорд. Такой охуенный аккорд. Аккорд просто топовый. На петушилочке погоняем. Вторжение нам не светит, конечно, но вот давайте-ка, наверное... С дробовиком, каким-нибудь, с какой-нибудь охладилкой. За пулеметом, охладилкой, кабинкой. Смотри, у нас по-прежнему нет 4000 очков мощности на этой машине. По-моему, нет. По-моему, нет. А вот там что-то 3900 с лишним. Соответственно, нас бой максимум может кидать с 4000-ми. Где мы? Ищем глазами. Вот у меня 3925, то есть наш с трешками будут кидать в основном, иногда с четверками, с самым началом четверок. А из этих всех тачек мы, получается, топовые. А из-за того, что мы топовые, выходит то, что мы охеренно. Сейчас их будем натягивать. Просто как лалычи. Так. Все, понял. Мертвые зоны обозрел. Просто первый раз только выезжаю на этой бабуне. На моей петушилке. Ну, я имею в виду в такой конструкции. В такой конструкции и, соответственно, с таким обвесом пулеметов. Опа, и привет! Привет, чувак! Чё, как жизнь? Чё не заходишь? Так, пушечка, нафиг, пошла пушечка. Второй враг повержен. Так. Отлично, петушилка справляется на все 200%. По-моему, у нас даже есть один килл, уже один килл есть. Это хорошо. Так, чуваки. Мы сейчас прососем очень лихо. Чуваки. Да. Понимаешь, вот такие вот петухи, вот... Ну, петухи же, вот, блядь, петухи сраные. Нам что дали? Канонир. 5 боев рейда. Ну что, сейчас с канониром станем. Нам дадут еще... чуть-чуть. Нет, не просраться. Ящик, по-моему. По-моему, ящик. А что-то сегодня как-то сел. Начал играть. Как затянул. Сколько уже часа, наверное, 3 играю в эту игру. Я думаю, почему бы. Как-то так. Не показать, ничего я добился. Так, это боты взрываются. Бьют.
Баный деликатес. Как он? Анный деликатес. Барон Брик. Опча. Ну, петушилка у нас вообще на топовая. Она в основном, как вы понимаете, вся прекрасно ориентирована на ближний бой исключительно. А, сука. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Эй, давай ты, сука! Грибнедёр! Ну, все, патронов у меня больше. Орудий у меня больше нет. Опаньки, привет, ёпта. Все, я взорвался, ну и, собственно, с собой подорвал кого-то. Наверное. Поддержка одна, прекрасно. Так, вражины... Вот что тебе сподвигло, чувак, вот такую дрисню сделать высокую? Ты понимаешь, что ее вот первым делом же отшибут? Отшибут же первым делом. Зато у тебя хорошая обзорность пушек. Прикольно. Ну, мы сейчас затащим. Тут к бабке не ходи. Ёп. Тр-др-др. Стр-др-др. Да, тут потушат наш КамАЗ. Опа! Вот что значит не возить с собой домкрат, чувак, а? Наковыряли. Этот грузовичок я знаю, раскрашенный по цветам Пиндостана. Так, 3 на 4 осталось, 2 на... Ёбаный чипыльдук, ну давай, кусай его. Барон Брик. О, это темперит. Он, блядь, такой человек, понимаешь, он уже не первый бой. Просто катается позади. И вот так вот расстреливает всех потихонечку. Ну вот, понимаешь, вот пока все воюют и беснуются, соответственно, он ездит втихаря. Сзади. О! Барон Брик. Молодцом. Что тебе могу сказать? Едь-ка захватывай, наверное. Не сможешь с одним-то колесом. Не поворотным, тем более. Давай! Сука, захватываю! Сейчас просрём! Ничья! Вот было бы чуть-чуть побольше времени, мы бы выиграли. Но мы не выиграли. Потому что у нас нет чуть-чуть побольше времени. Думаю, до третьего уровня у скитульцов-то можно добраться. Почему бы нет? Так, здесь у нас два охладителя. Я не помню, здесь бочка у нас есть. Бочунка. К сожалению, не припомню никак. Ой. Может, еще раз на Левку сходить? За Блевку что-то мне как-то понравилось очень. Он очень, на самом деле, веселый, Лева. Ой! Нет. Фу, чуть было ковырял и не уничтожил. Так, вот такая вот дресня здесь бывает, да. Можно было... Ой, не-не-не-не-не-не-не, блядь! Сука, да ебаный ты... Да отмена, ёпну уметь. Ладно. Чигак, пятитысячником кинули. У меня только 4300 всего. Не густо. Ну ничего, эта машина, конечно, для покатушек подобных не подходит. Засмотрелся на машину, врезался. Давай, сейчас мы будем их выгибать. Сейчас мы тебе покажем, где раком-то зимуют, а? Кто там, блядь? Откуда? Это вот так? Привет, ёбаный. Чёрт. Так, чувак, я отсюда поеду. Не трогайте. Вот не надо мне тут. Сучий
все потому, что эта машина не спроектирована для всего этого говна. Так. Так. Блин, вот радиатор бы себе... Не радиатор, а этот энерго... Бу-бу-бу-бу. Энергобу-бу-бу-ба, это очень важная вещь. Этот, как он? Генератор. Чтобы сюда можно было поставить еще пару пулеметов крутых. И, допустим... Все. Или еще одну пушку. И охладить. Это был обычный. Черт, что-то все, я все уже забыл, про все забыл. Как там, Сергей? Давай, иди отсюда, ты дурышка. О! Ёбаный пес! Оу! Мне кажется, он на меня специально нацелился. Негодяй, короче. Чем им попутчикам? Суляем. Да, детка. Да, детка. А, понятно. Откидывает ударной волной, так сказать. Но, надеюсь, первого-то левиафана я замочу. Хотя бы в таком состоянии. Какой-то щен пипец жирный вышел. Левушка, за блевушку. Да? Ну, где ты? Падла, стерва, курва. Давай разворачивайся, рапира ссаная. Без колес, да. Мыло. Сергей, что ты там, где ты там? На твой лыжный череп, Сергей. Я не буду сдаваться. О, отлично, потому что у меня еще немного жизни есть, и в принципе две пушки. Че, пушка и пулемет. Я могу вот мелочь кузатую должен потихоньку. Так, потихонечку, полигонечку. Ни на что не претендуя. Тихо-тихо! Не надо мне тут последний мой пулемет забирать. Да? Сейчас я буду ждать отсюда уезжающего. Так, вот сюда поедем. Там. Вон он, пес. Видеосос. Ну, хотя бы так вот, хотя бы чуть-чуть его задамажим. Уже, знаете ли, вариантов немного. Много, но Ванзан. Куда он, Ванзан? Кто ему Ванзан? Ясно, не ясно. Ну, в принципе, блин. Да, сюда бы две пушки крутые, которые по три энергии, не по две, а и охладитель. Не то, не туда и не. Тихо. Улёк. Смотри, обтрищем всего с ног до головы, ёпта. Чихо, иди сюда. Сейчас пушки отлетают, вижу. Вижу отсюда, отсюда все вижу. Все, у них там осталось всего. Нифига он на кабине, как у меня, сделан. Сделан на кабине, как у меня, от самолета кабина. Так, значит, будем играть сейчас с этим боком, чтобы мне вторую пушку не отстрелили, чем пулемет. Не очень хочется его терять. Не очень. Не очень! Серый, не очень. Давай, давай! Мы его петушнем чутка. Чутка, брат.
Оу! Воу-в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 оу! Полегче, паря! Паря, полегче! Отличная позиция для обстрела, кстати. Кстати, да. Ну, давай, сучка крашена, разворачивайся. Разворачивайся, разворачивайся. Давай, 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 да. Вот он, пес. Где ты? Где ты, падла? Где ты, стерва-курва? За вертолетом очень хорошо ныкаться. Он по моей пушке только будет попадать чутка. Чутка. Блядь, что-то у меня уже что-то с поворачиванием. А, понял, у меня 4 колеса осталось. Не все отбитые колеса одинаково полезны. О, сука, да нет, блядь. Где ты, грязь? Где ты? Где-то там он. Где-то там этот пес. Пес. Пес, ёпта. Ку-ку. Так, за вертолет, как обычно. И за вертолет. Я надеюсь, что он сейчас... Сука, не застрял там. Левиафан очень часто застревает, и там... Для них очень печально. Для меня очень круто. У нас осталось двое. У нас осталось только два. Нас с тобою наебали. Бра, сука, тара, папара, папа, все. Не надо ко мне ехать, блин. Не надо. Не надо. Понимаешь, знаешь, такое слово? Не надо. Так вот, это то слово, когда не надо. Не вытащим. У меня уже от машины осталось два колеса и все. Все, нас замочили, но это было... Это было круто, это было потно, это было жестко. Так, у нас еще есть немного топлива. На заблюшку сходить. Есть. Штурм, потасовка. Потасовка начнется через сколько? Через 10 часов 2 часа 17 минут. Гонка. Гонка. Значит, ну. Значит, сделаем гоночную машину. Но это будет не сейчас, это будет чуть попозже. Так, сейчас у нас... Ага. Понял. Пушку мы сюда, снизу. Левиафаны, они настолько все разные, что с ними каждый раз интересно играть. Каждый раз хочется все больше и больше, и больше, и больше. Побеждать их, нагибать. Нагибать получается не так часто, не так... Часто, как хотелось бы, я имею. Да, аренка маленькая, кстати. Раз, что у нас по союзникам? КамАЗ. КамАЗ. Так, три пулемета. Пушка. Этого товарища что? Пушка и... Пушка. А у этого пулемет и... Что-то говно. Два радара. Охренеть. Спасибо. Ракетница. Ну что там? First blood. Где Левиафан? Где Левушка? Вон он, блядь. Покрался, сука. Ничего, ничего, смотри, мы вот так вот едем за ним, да, потихоньку. Пушечки его обдристаны, обстреливаем. Отстреливаем, да, отстреливаем. Все,
сюда. Так. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Еще там лишился части орудия, как я понимаю, да? Сейчас попробуем лишить еще и колес. Как я понимаю, пулемет у него выносится тяжело. Не, нормально, все, заебок. Все, давай, пушка. Пушка, уходи. Пушка, уходи, колеса, уходи. Все, первый Лева разобран, так сказать. Сейчас мы колес еще немножко отстрелим. Все, на одном боку, теперь он ползун. Все, перегрелся там террорем. Так, что тут, почему тут у него еще можно так рубануть, чтобы начать все было классно? Оооо, генератор рванул, что-то еще рвануло. Печалька, печалька. Колесо раз пошло. Гуслям подолбим чуть-чуть. Сейчас он рванет. Сейчас он рванет. По нему видно, потому что он уже дымит сейчас. Он начнет, очень скоро начнет гореть. Очень скоро. Ну что, давайте специально полупим по кабине, я так думаю, да? Вот так. Есть. Внимание, появился еще один босс. Так, наша машина потеряла совсем мало. Все, сейчас. О-о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 . Надеюсь, у него пушек нет, у этого пидора. По-моему, что-то у него есть. Есть, деконструктор, да. Движение. Где там Левушка? Ну, два охладителя вообще топовая шляпа. Два охладителя — это офигенно. Это модно. Стильно, модно, молодец. Где он там, гад? Негодяй этот. Оружие. Не. Сюда, блин, две пушечки вот такие, но тогда, к сожалению, они пройдены. Всего одна пушка. Ну, в смысле, один охладитель. Сей. Всего один. Что-то они там отлетают, что-то они там бомбит дико просто. Есть, все. Он лишился колес с одной стороны, и теперь его дожимаем. Сжимаем, соответственно. Теряет раз пулемет. Сейчас он потеряет второй пулемет. Он не пулемет у него осталось. Это нормально. Это не страшно. Так, поможем ему кончиться, его пулемет точнее. Давай, отстреливай, сучи, пулеметы. Блять, какой реактор попался, да? Так, нас осталось трое. Это плохо. Что-то плохо. Будет сейчас кататься вокруг и о, сука. Ох, сучка, вонючка. Чего, чувак, нас двое осталось, но это ничего, нас мало, но мы в пельняшках так хорошо замочили двух левиков. Остался один, уже начали мы его долбить, но я один остался. Не, чуваки. Так дела не пойдут. Так я долго не выдержу. Да не. Так. Левик, ты где? Привет! Лёва, ёпта!
ты ёлёл, а? Ооо, сука. Это очень плохо. Очень плохо для птиц. Как ты понимаешь? Нас снова двое. Остываем. Поражение. Кончилось время, да? Да. Ну, ничего, ничего. Водила. Водила. Так, хреново у нас все дело, да? С топливом. Ничего, ничего, сейчас еще разочек на вторжение скатаемся и потом пойдем дальше петушилкой петушить. Может, даже какой-нибудь ящик откроем, посмотрим. А, брат, по-моему, задание, задание. Не успел посмотреть. Так, 4900. 300-400. Ну, этого нормально. Два пулемета пушка. У того не вижу. Отлично. Самый первый босс, я думаю, он нам зайдет очень хорошо. Тут... Ууу, сучка. Ёба. Эй, ёба. Ой, он мочит, вот это он мочит, вот это он, сука, отмачивает. Грязь. Чуваки, держите его, я сейчас помогу нашему. Соратник, как говорится, не? Сейчас ему поможем умереть, по-быстрому. Давай! Говна кусок! Харе уже! Ну смешно! Где Лёва? Где сучья Лёва? Есть! Где Левиафантус наш? А, его уже уложили! Отлично! Ну, мои свои 5 копеек я унес. И машина у меня цела. Села и весела. Так, да, давайте пока разложим их. Мамкиных рейдеров. Ну давай, ёман. Ёман народ. Что ты творишь, ёман народ? Снижение, уничтожение. Опа-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 па
кого-то нет. Мама-народ! Сучит и кушучит. Видишь, потихонечку высекаем из него ХПшечку. Почки, так сказать. Почки. Вертолет сейчас там сыграет довольно плохую шутку. Вертолет сейчас там сыграет очень плохую шутку. Не тащи меня туда, ёбаный придурок. Не видишь, блядь. Человек повернул. Поворотом туда, ёбаный. Сейчас мы бухнем этого петуха. Сейчас надо отстрелить. Петушню, значит. Все! Все! Он немного деконструирован, так сказать. Так, один пулемет осталось, и наша очень. Наша пушечка крупнокалиберная. Не-не-не-не-не-не-не, чувачок. Так дела не пойдут, так дела не делаются. Да ёптать! Что? Ну больно. Тихо, меня отдача. Меня отдача от моей же пушки переворачивает. Это смех. Давай. Давай. Маленькая машинка, я в тебя верю. Давай. Давай. Газу. Как Вин Дизель, помните? Форсажи. Когда форсаж еще был. Давай. Когда он на задних колесах, занож на задних колесах поехал, вот так же я.
Вот так же. Только не настолько. Только не настолько лыс. Ну-ка, 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 скрись. Ну, в принципе, один Лёва остался. И вот мы выиграем. Оу, так отреспаунился. Я не совсем понимаю, в чем прикол, чувак. Так отреспаунился или что? Он, блядь, подпрыгнул и... Так, эч, и все. Я специально самоуничтожился, потому что у меня осталась одна пушка, я уже переворачивался. Очень крайне неустойчива была машина. Соответственно, и... Где он там, сучи? Ох ты ж наших, он там хуярит. Начался. Погнали. Так, остыли, остыли, прекрасно. Трое нас осталось на последнего Лёвика. Двое нас осталось на последнего... Трое снова. Отлично. Это же прекрасно. Это же зашибено. Зашибено. Все будет непременно. Где Лёва? Лёва заблёв, ты где, ёбаный? Пёс. Какой ёб... Ты где? Лёвчик! Вон он. Вон он, пидор. Где? Давай. Чуваки, полторы минуты осталось, если чё. Ого. Ну я у него пушки там отшибаю просто по отцу. Давай, сука, отшибай эту ссаную пушку у него. Давай, ради всех богов, блядь. Если сейчас он начнет из этой пушки палить, мне мало не покажется. Отлично. Я один остался. Да ладно. Да ладно, сука, да ладно. Двое нас, отлично. Хотя бы так. Давай, по колесам ухерач. По пушкам, по колесам. Ракеты тут нет? Не надо мне тут своими ракетами, ага. Ну давай. Сучка-валючка. Опять три колеса, опять наши. Трое нас. Ох ты ж. Ебаный гладиолус. Сейчас, сейчас, сейчас мы тебя... Что-нибудь да подстреляем тебе, ага. Поражение. А, сука, опять времени не хватило, но мы выиграли. Если бы у нас было чуть побольше времени, мы бы выиграли. Мы бы его... Вот так вот, и все. Кстати, наш... у нас появились, да, водители. Вот, у меня сейчас водитель получается... Персей, так сказать, да? Так, доступен на втором уровне. Это у меня что? Урон от пулеметов миниганов на 1% больше. Сейчас у меня структура пулеметов миниганов плюс 2%. Это хорошо. Так, стрелок 2. Ну ладно. Соответственно, берем петушилочку нашу. И идем еще немножко в боях и обкатаем. Вторжение нет, все, рейды хватит на сегодня, я так думаю, да? За пушкой, за кабиной. Что мне нужно? Мне, по-моему, нужно пушку. Или не нужно пушку. Будет. Будет, не помешает. Как всегда. Давай, давай, давай. Все, синие выиграли. Это хорошо. Для птиц. Это все зашибись. Да, кстати, очень хорошо, что игру все-таки на DirectX 11 перевели. До этого на 9-м DirectX она очень плохо работала. Вместе с бандикамом записью. Либо бандикам плохо теперь уже. Уже теперь дружит с DirectX 9. И просто просаживает кадры до нельзя. Просто до нельзя. Обновление, кстати, неплохое, я почитал. Там можно выбивать какие-то красявки на машины. Я имею в виду там орудие. Разукрашивать корпус, как-то разукрашивать. А плюс добавили, да, вот этого петуча, который там сидит, всех стреляет, всех убивает. Да, и
у нас плюсом очень... Вот, да, вот на этой машине у нас два охладителя стоит. Потому что корпус здесь, сколько, 4 пулемета, каждый по 2. Соответственно, энергию хавают это... Ёб твою мать, что с тобой происходит? Каждый пулемет хавает по 2 единицы энергии. Это всего выходит 8. Еще один пулемет ставить я не стал, потому что... Ну, я бы тогда был бы без охладителей. Да ёбанарот! Ёбанарот, блядь! Да. Пушечку отстрели ему, ёба, давай, отстреливай, сучка, пушку. Не справились мы против двоих, соответственно, ну, ничего страшного. У него еще дрон. Понятно, но мы выиграли, мы тоже проиграем. Дико много уничтожили. Какой-нибудь петух, сука, блять, как ты его звали-то, один в конце. Сидит, сука, где-нибудь и хилится, или очкует, очко свое жмет. Ну все, это не вариант. Это не вариант, к сожалению. Водители, так. Так, нам нужно, по-моему, были еще что-то охладители или ракетные двигатели. Соответственно, попозже, может быть, потом запишу, но в любом случае погоняю. Сейчас будем делать гоночную машину. У меня есть 3 авиаускорителя. У меня есть, по-моему, что-то какие-то легкие интересные колеса. Или средние колеса. Да похеру. Сделаем, а там уже разберемся. Правильно? Правильно. Все правильно. Да. Теперь, как я понимаю, они там гоняют. А, вместе с нашей воюют. Все понятно. Сейчас вот... Санч, хуянч! Ебень! Ебаный пень! Мид, чуваки, мид! Воу-в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 оу! Чёрт возьми! Сука, еще сзади хуярит, спереди, со всех щелей! Что за дерьмо? А, это свой же. Понятно. Ну, эти пушки дюжи крутые, они, видимо, поняли, что... Да, ага, понятно, все. У меня 3900, а у них все по 4, по 5. Плотность, жесткая стиль. Кстати, прикольно сделан, слушай. Это классно сделано. Я боюсь, что все эти обвесы, они не дадут нам с этой машине никакого... Так сказать... Плюса. Гони, хули ты стоишь! Был с обрыва, надо было прыгать, чувак. Чувак, надо было прыгать с обрыва. Оу, колеса еще отлетели. Вот так надо было делать, только пока я закрыл пушку цела. Нихера, грузовик. Вот этот грузовик вообще топчик, конечно. Нет, убился. Он разбил его. Ну и, собственно, вот и все. Вот мы, собственно, и просрали, но вот очень плохо таким людям, у них, видимо, мозг не сработал в сторону инженерии вовремя, и вот пушки такие, да, выглядят неплохо, но, к сожалению, дело в том, что такая пушка, ее очень легко отшибить, ее по ней легко попасть со всех сторон. Мои пушки всегда закрыты, как видите, всегда закрыты, они всегда так спрятаны. И все. Во, кстати, да, Персей. Еби гусей. Наша база захвачена. Не наша база захвачена, база ничейная была. Вот, очень надеюсь, что мы сейчас выиграем. Да, сколько деталей не давать человеку. Все мало. Сейчас еще посмотрел, увидел пару мест, в которые можно было бы приныкать. В которые можно было бы укрепить. Укрепить, когда бы.
У нас было бы миллиард деталей. Миллиард деталей. Так. Что тут у нас? Что тут у нас? Я, пожалуй, поеду. Да куда ты, ёбаный гладиолус, блядь, едешь? Дристун. Жуть, Дристун. Ага, значит, это база. Они думают, что типа если я сейчас такой опаньки, блин, и на базу заеду. Думают, ага, начну захватывать все. Я этим делом, этим временем, сзади, так вот, заезжаюсь. Где? Где они? Где эти песики? Вон они, здратути, товари. Я отсюда смешу тебе, вонючий. Нет, чувак. Это так не работает. Так, кстати, я даже все пушки сохранил. Победа. Вот так легко, так быстро. Вот так вот мы... И все. Почти. Кстати, что-то нам как-то мало опыта дали, хотя мы выиграли. 91 всего. 91 опыт за победу, ну, черт знает. Смотрите, дробовики. С дробовиками надо. Воевать. Ну да, у них машины красивые, покрасивее, чем у меня. Но у меня зато прочная. Со всех сторон защищенная, со всех сторон, так сказать, укрепленная. Вот, а вот с этими мы можем свободно справиться, потому что у них по 3 с копейками тысячу, максимум 400, 4200. Это значит, у них не так много деталей. А если у них не так много деталей, значит, у них, скорее всего, лимит 40, а не 45, как у меня. Значит, у них укрепленность очень плохая. Либо же они... Чё это было? Ёпта. Что? Каким образом им докидывают людей? У нас выкидывают. У них докидывают. Что это, блядь? Как это называть? А? Скажи мне, пожалуйста, как это называется, чувак? Как это называется, пёс? Видеосос. Эх, я почти выбрал этот долбилов поддержку огнём, но он сам уничтожился. Нифига, это чё-то сзади зенитница. Это сборка прикольная, но... Вот, что там спереди, мотор, и что это? Ещё... А, пулемёт? Не пулемёт. Пулемёт! Огнемет! Или пулемет. Слушай, вот эта сборка реально прикольная, на 3 пушки. На 3 пушки по 3 энергии каждая. На 3 пушки по 3 энергии каждая. И, соответственно, охладитель. Это неплохо. Ёптердыр, что это у тебя на башке там, чувак? Что такое? Это дроновые, типа херабундулы? 3 дрона, типа, у тебя может быть максимум? 2 летает, а где третий? Оу! Тебе их отстрелили или как? В чем прикол? То. Или типа не на время дают? А, вижу, теперь все вижу. Ну, знаешь, надо такую же дристотень присылку купить. Так, отлично, нам дали еще один орудийный охладительный модуль. Посмотрим, что мы с этим, с помощью этого всего можем скрафтить. Так, производство. Я хочу, хотелось бы, конечно, мне бы фронтальный пулемет «Вектор». У нас все есть. Пушки, дробы, 2 пушки. Обрез. И будут готовы через 1 час. Сверху надо 2 вектора поставить, надо, да? Сверху, значит, в принципе, можно 2 вектора поставить. Ну, как вариант. Вектор надо... Защитник, наверное, до хрена места занимает, да? 4 аж. 4 единицы. Куда же его закрепить?
Или первым делом лучше вектор делать? Нет, давай-ка вот это. Разбабахаем защитника. Да. Пусть он пока изготавливается. Через час будет готов. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Тем временем мы что? Мы попробуем покатать на ковыряле. Хард Юниporn, конечно, тоже можно забодять. Форт Рейт, она все, отходила свое. А, не хватает никогда. А, я же пушку продал. Продал же пушку я. 5, 9 и плюс охладитель. Понял. Давай-ка загрузим. Попробуем на ней сгонять. В бой за пушкой. Нам очень нужна пушка для Хард Юниporn. И с этим Хард Юниporn, когда нам дадут новое топливо, мы можем... Вот твою мать! Это у него за спиной была петушульня гигантская. Видели? Я тоже видел. Тут была охрененная гигантская петушульня. Ну, за спиной какая-то прокачанная. Видимо, она что-то крутое дает. А может, и не дает. Ёмана, рот, что вы, блядь, творите-то, или... Человеки. Точнее, это боты. Как я понял, есть еще один человек. Здесь, по крайней мере, в нашей команде. Те, которые с циферками, по ходу дела, это люди, а те, которые без цифр, это боты. Босс, шизи. Сразу вспомню, как я в контру играл. В 1.6. Давай, псина, пошел. Сюда, припадышку. Давай, цепляй это говно. Как Counter-Strike, 1.3 там. Ждали, смотрели, какой бот с чем больше любит ездить. Давай, давай, мочи. Так, есть. Распетушон. Распетушон X2. Так, где-то там. Все, победа, ёптель. Пушку нам дадут в этот раз. Да хуй-то там. Ускоритель авиа. Авиа. Водитель получил новый уровень. Доступен новый навык бронестрелок или че там, пердок. 10 бензина у нас. Эх! Эх! Ну слушай, ничего так вроде, да? Все-таки мне петушилка больше нравится. Она такая внезапная, как понос. Просто она налетает, делает тра-та-та-та-та-та-та и все. Подожди, потасовка, через сколько начнется? Час 19. А, один день 19. Час 46 минут. За 2 часа. 6 часов. Нет. Или в 7. Да. Так. Ну, в принципе, я что-нибудь дособеру. Прикольный с форрейда, скорее всего, да? Сколько у нас, кстати, ускорителей? Сколько у нас ускорителей? На машинку 4, ёптель. Что? Ох, это круто, это круто. Можно 2 на одну кнопку, 2 на другую. Как-то так, да? Соответственно, максимально легкую сделать можно. Погнали. Погнали за пулемет. За пулемет, там за пушкой. Пушка нам нужна для Хард Юниporn, как я уже говорил. Очень нужна. Такие бои закидывать. Я не совсем понимаю, зачем. Не совсем понимаю, почему, как и для чего, ну... Это так, так, это. Какая у тебя модная пушка розовая, ё-ма-народ. Так. Я уже продумываю, как бы сделать нашу машину веселей, так сказать, да? Ну, залп длинный, он, в принципе, здесь очень хорошо получается будет,
потому что у нас и два охладителя, которые, ну, соответственно, охлаждение оружия тоже долго очень идти. Потому что у нас и два охладителя, каждый плюс 30% дает. Ко времени залпа одного. Поэтому мы с одного залпа можем распетушить себе говно. Ну вот, один пулемет остался. Давай. Пожалуйста, остужаемся. Давай ты, ёптель. Все, поддержка. Поддержка огня? Ну, сучка, краш. Ну ладно, ладно. Так, спереди одного пулемета больше нет, но это ничего страшного. Оу, мы сейчас можем бросать. Чувак, ёбан забит на все. Давай. Есть, пушки все отлетели разом. Разом. Отлично. Ох, нет, чувак, я больше не игрок. Всем пока. Один чувачок остался, и мы сдули, к сожалению, но, блин, я-то лично немало людей вынес. Вот он, тоже чувак, как я понимаю, он просто гоняет, катается и все. Я не знаю, что он пытался. Ван Панчман, ёпта. Блин, что-то. Достижение какое-то, да? One Punch Man. One Punch Man. Новых ящиков нам, наверное, не дали. Можно накрафтить пару ящиков. Да, после этого боя накрафчу пару ящиков. Еще открою. Один, хотя бы один. Хотя бы, блядь, один ящик. Хотя бы, блядь, один. По-моему, у меня там было за 1000 лома. Один-то ящик точно можно. Понадеяться в последний раз. То, что дадут нам что-нибудь дельное, что-нибудь путное, что-нибудь модное, стильное, молодежное. Не какое-нибудь ебаное колесо. Колесо, так себе. Знаешь, достижения. Могут дать какую-нибудь краску прикольную, что-нибудь крутое, что-нибудь охренительное. Но, блядь, дают, сука, колесо. Ой, пардон. Пердон. Так. Я, пожалуй, сюда докачусь. Тут у нас вроде где-то что-то кто-то было. Вот они, пидоры. Вот они, блядь, сидят. Вот кто здесь сидит, а? Кто здесь сидит? Показывайся, ёпта. Сейчас. Подожди. Вот так быстро слетает пушечка. Девочка, гнида. Пушку уёбывай. Враг повержен. Отлично. Что у нас? Даже колеса все. Ох ты как. Так, мне, пожалуй, надо немножечко их поднапрячь. Четыре пулемета одновременно. Мы можем многое. Многое не можем. К сожалению, нашу базу захватили, я с этим сделать ничего не мог. А то нам дали наклейки, которые ничего не делали. Убил хозяин турели, пока ты защищал его. Фракции. Херакции. Склад, рынок. Пам. Механики. Так, здесь, надеюсь, нам не нужно ничего такого, да? Так, это нам за 2000 билетиков. Комплект сделал сам 300. Давай-ка возьмем. Любимый ящик тракториста. Давай! Чувак, открывай. Не, не хочу действия. Блять. А. И теперь только со склада могу его открыть, да? Радиорадар-охладитель рудийный. Ну, в следующий раз.
Вот, покажу. Открыватель, 15 контейнеров. Открыл, мне за открыватель дадут что-нибудь? Какой-нибудь еще один ящик, нет? Один открыл, два получил. Сучий радар, нахуй не упал. Что делать? Нет, ничего нам не дали. Ничего нам нужного не дали, к сожалению. Ладно, спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Коперник. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, они еще будут. И не одна, потому что машины. Интересно. Постоянно их собирать-перебирать. Лично мне это интересно. Интересно строить, интересно смотреть, тестировать их. Игра постоянно обновляется, игра постоянно улучшается. Чуть ли не каждые 2 или 3 дня. Соответственно, все. Приятно было с вами увидеться. Всем пока.